Дорогие друзья, с вами Вячеслав, агентство недвижимости Landmark. Сегодня мы хотели вам показать замечательную квартиру, на которую мы имеем эксклюзивное право продажи. Пойдемте. Вообще, эта квартира была соединена из двух. Соответственно, вы можете увидеть внушительные размеры данной площади. Здесь 210 квадратных метров только закрытой площади, плюс с террасами. Террасы на крыше 150, в общей сложности 360. Для любой семьи вот так. Прелесть квартиры состоит в том, что здесь все открыто. Просто невероятное количество мест. Что мы здесь имеем? Лаунж, соединенный с кухней и с обеденной зоной. На кухне стоит гранитные столешницы. Вы наверняка уже увидели необычный вкус владельцев. К сожалению, мебель не будет включена в стоимость, но обо всем можно всегда договориться. Значит, здесь встроенные колонки в потолок, также спотлайты, камин газовый, не настоящий, сразу вам говорю. И еще здесь есть центральная система кондиционирования, как в пятизвездочном отеле. Ну, а теперь давайте вам покажем спальные комнаты. Значит, у нас их целых три. Здесь две спальные комнаты со всей встроенной техникой, шкафы, кондиционеры. И они делят между собой одну гостевую комнату, ванную и... Смотрите, какой душ там. Большой. Дошли до главной спальной комнаты. У нее есть свой санузел. Просто невероятное количество разных шкафов, зеркал. Ну и главная спальня. Внушительные размеры. Одна из террас, кстати, здесь видно очень хорошо море, ну и достопримечательности данного комплекса. В комплексе, кстати, есть несколько бассейнов на открытом воздухе, бассейн с подогревом, спортзал, ресторан, спортклуб для мужчин. И сзади меня, кстати, в этом году будет открыт wellness-центр, где будет спа, хамам, массаж, сауна и даже услуги пластического хирурга. Вот. Ну и давайте мы вам покажем терраску-то на крыше. Террасы на крыше, ну или отдельная жилплощадь. Есть также обеденная зона, кухня, стоит джакузи, есть где принять душек. Внизу находится бассейн, которым могут пользоваться только резиденты данного блока. Он имеет бесконечную форму. Ну, скажите, видели что-нибудь подобное вообще? Если заинтересованы, хотите узнать детали, звоните нам поскорее. А с вами был Вячеслав. Хорошего дня!